Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня десяточка. Не снимал я вчера, не выкидывал вам видосик. Что интересного у нас есть? Сегодня у нас продавали вот такой вот пак. Ну, конечно, кроме карточек. Карточки это с коллекционера, который я вам показал. Самое основное, почему я этот пак забрал, это камни. Можно будет потом прокачать какого-то героя на максималку. Ну и плюс две восьмых ремки, ну и плюс коробочки, конечно же, с которых можно будет выбить талантики. Талантики у нас уже на героях плюс-минус такие неплохие, но хотелось бы, конечно, еще получше. Где, блин, столько маны? Надо улучшать хранилище маны. Маны маловато у нас. И сегодня я хочу попробовать вот таким вот составом. То есть они еще не докачанные в потолок. Ну, некоторые не докачанные, некоторые уже перекачаны драконами. Посмотреть, что же будет на угольной армии. Надо им просветы повкачивать, чтобы можно было бы эмблемки поставить. Будет, конечно же, интересней. Все. Так. Вот такая у нас сборка. Что там у нас с питомцем? Мы, по-моему, в прошлый раз вкачали. Сейчас посмотрим, что у нас осталось по пэтам. Да, у нас вкачаны герои и питомцы. Давайте сейчас пооткрываем еще все, что у нас лишнее. И затестим. Так, ну тут такое себе потом пооткрываю. Неплохие сегодня акции, кстати, на английском сервере. Вот продают. Посмотрите, какие героев за 5 баксов. Это вообще копейки. ПБшка, Ронин, Ворожей, Череп. Ну вот, допустим, даже так взять. Бигфут, ПБшка, Ворожей, Ронин. Не берем там Черепа Дракона, они не настолько уже, скажем так, мега имбовые. Все равно посмотрите, сразу же получаете сколько героев. Ну, короче, плюшки в разы круче встают. Посмотрим, что будет дальше. Так, с этим мы разобрались. Поехали. Попробуем сейчас словить что-то интересное на угольной армии. Да, я еще не бегал. Вот такой у нас состав. Отлично. Поехали, словим люлей. Интересно, до какой волны мы сможем дойти. У нас отхило, по сути, только питомцы. Автопрокеров как таковых нету. Но единственное, что Лазуля, возможно, будет тащить. Но это, опять же, не точно. Сейчас Атлан включится хоть один. Мы просто будем отдыхать. Все к этому идет. Вот оно, то, о чем я говорил. Огники, лазуры, они еще есть этот Вольт, ничего себе. Посмотрите, Вольт еще сражается. Нифига себе, неплохо, неплохо. Там уже Гаргул подхиливает, да, наверное, это все. Ну, 15-я почти волна. Так, огники, лазуля, интересно, интересно. Есть, до 15-й дошли. Дальше тут без вариантов. Ну, 54 миллиона, неплохо. Учитывая то, что у нас нету ничего больше с построек и герои такие, это, в принципе, неплохой результат, как для драконов. Интересно будет их качать хотя бы на 10-й скилл и потестировать.
Если бы, конечно, мы сюда тыковку взяли, то, наверное, было бы побольше. Потому что сам по себе ледяной феникс, он бы их убивал на разгоне побыстрее. Ну а так, что имеем, то имеем. Ну, 12-я волна. Вот так вот. Ну, практически тот же самый результат у нас получился. То есть ничего, скажем так, нового больше мы не набили. Так, окей. Надо будет уже скоро делать эволюции героям, а у нас все качается. Хранилище. Так, ну что, давайте попробуем волну Т пройти. Мы ее так и не прошли. Сложновато нам проходить, конечно. Даже уже вкачанные питомцы все равно это не особо спасает. Плюс 10-е скиллы. Но рандом это есть рандом. Так, Т3. Я думаю, тут уже вариант. Хотя, если удачно зайдут, все возможно. В принципе, вот сейчас хорошо зашли. Или не очень. Блин, вот до половины сбиваем, и чуть-чуть не хватает. Совсем чуть-чуть. Я думаю, если мы поставим эмблемы, в принципе, мы должны тащить. Если будут эмблемы прокачанные. Так, вот, кстати, неплохо. Главное, чтобы они не шли. В принципе, здания далековато друг от друга. Теперь самое главное, чтобы выжили. Отлично. Ну что, ребят? Блин, ну чё ж вы так заходите? Хотя, в принципе, удачно зашли. Ну... Тащите. Ну что, ребят, волна Т пройдена драконами. Драконы против драконов. Вот так вот. Просто изи. Затащили. Ну, давайте попробуем следующую волну. Волна АА. Этот же состав. Посмотрим, что они смогут сделать. Мне кажется, тут варианта уже особо нету. Надо уже делать эволюции. Хотя, кто его знает? Такие герои. Там просто драконы таблетки рушили. Тут, возможно, никто не подойдет к ним. Посмотрим. А, два. Так, Лазуля, держись. А, четыре. Да, немножко кривовато зашли, хотя все шансы у нас есть. Отлично. Я думаю, с мясом они разберутся. Смотрим. Но тут, конечно, жестко. Этого мясу они уже не убьют. Это уже целый архидемон идет. Да, смотрите, тут просто послевал Атлант. Атлант просто унизил. Так, тут без волны. Ну, неплохой первый заход был. До пятой добрались. Если вы добираетесь до пятой волны, в принципе, у вас шансы все есть. Единственное, надо пару удачных заходов. Десятков. Пробомбили.
Ну, дракон, как видите, и Арктика просто улетают. На них надежды никакой нет. Тут вот в основную работу делает Лазуля. Он включается, и все просто отлично. Плюс еще Огник. Так, ну что, второй заход наш. Вот, в принципе, удачно зашли. Сейчас у нас останется только один этот. И че, ребят, волна, а, походу пройдена. Жесть. Вот это драконы. Офигеть. Круто. Поехали, попробуем АБ. А вдруг зайдет еще и АБ. Как видите, тут забор даже не нужен. Самое главное, чтобы Лазуля включался вовремя. Тут у нас чуть-чуть не получилось этого. Осталось, хотя он остался жив. Потому что 9-я жива у него и Огника. Да, тут уже, конечно. Можно просто качнуть одного Анубиса, и он будет тут выносить. Но это неинтересно. Да, тут уже шатает посерьезней. Хотя они, в принципе, вдвоем могут тоже справиться вполне. Атлант. Все равно АБ4 дошли. Ой, так хорошо все зашли, отлично просто. Посмотрите, как круто зашли. Ну, дальше я уже, честно говоря, не знаю. Если они затащат вдвоем следующую волну. Ой, блин, так классно зашли. Не успели чуть-чуть. Офигенно зашли просто. Давайте еще попробуем. Да нет, это не вариант. В общем, будем трешивать дальше. Вот так вот прошли две волны следующих. В принципе, неплохо. Мне нравятся эти драконы. Конечно, если мы им вкачаем еще эмблемки, это будет реально жестко. Все, пишите комменты, лайки, репустики. Не забывайте, аккаунт будет разыгран. Всем удачи, всем пока.